последний уходящий летний день. День августовский прослезил дождями. Плохие новости легли, как словно тень. То, что случилось, никак не ожидали. Противоречит всяким правилам вдвойне. К терактам зачастую прибегают. Такую боль не передать в словах уже. Из-под тишка людей, однако, убивают. Зачем, за что очередная эта боль? Те, кто убил его, кому что доказали? Кому привычная вся пролитая кровь? В этом убийстве зло свое все показали. Прибегнуть к правилам опаснейшей черты, когда народ Донецка жить стал по-другому, кому-то на руку кровавые мечты, кровавый след свой оставляя по-иному. Жаль человека, не вернешь уже назад. Вы посмотрите для народа, что он сделал, а кто убил его, тем боги не простят, кто так свирепо человека жизнь обрезал, кто так безжалостно расправился с судьбой за то, что для республики хотел он лучше. Народ почувствовал жизнь ДНР другой, а кто пытается жизнь им создать все хуже. Александр Захарченко один из тех, не побоялся он рутины темной силы и жизнь свою за ДНР отдал за всех, чтоб люди счастливо в республике все жили. Пусть память светлая о нем будет всегда. Все будем помнить, вспоминать его отныне. И эта боль души не стихнет никогда. В сердцах друзей, родных и близких из России.